Я опять раз сознание, хоп, автомат у меня уже, понимаете? Я что делаю? Я его туда перевожу, встраиваюсь в это дело, забираю и потом уже дорабатываю. Я работаю не с предметом, не с рукой, а с его сознанием. Сознание, тело наше инструмент сознания, нужно из этого исходить, да? А сознание инструмент нашей души, да? То есть моя душа должна быть расширена, она должна принимать этот мир там и так далее, все остальное. Поэтому мне все равно, как он, чем наносит. Да, я работаю с его сознанием и отсюда начинаю работать. Поэтому какое оружие, как, что, это не имеет значения. Не имеет значения. Если вы нарабатываете приемы от какого-то оружия, вы уже все делаете не так. Вот как раз и говорю, нам все равно практически нож, да, палка, автомат, все ну, это, лопата. Все это сознание, да? Допустим, он ножом работает, да? Мне все равно, как он работает, откуда он работает, и где он работает, и почему он работает, да? Он может работать обратным хватом, что угодно бить, да? Но опять раз, мне все равно, что он там делает, как он делает и где он делает, да? Моя задача заключается совершенно в другом. Управлять процессами, которые управляют сознанием.